Сколько ж твоей судьбе всего, даже утонуть не дали. Премьера. Ты хоть знаешь, что тебе река принесла? Теперь такое начнется. Уже началось. Кто она? Потерять прошлое. Ведьма. Ведьма она. Вы что ждете, пока она ваших мужей начнет уводить? Распутница! Кто ее тронет, убью. Вы меня знаете. Научиться ненавидеть. Была бы я на самом деле ведьмой, прокляла бы тебя прямо сейчас. Всех вас. Да вам и ведьма не нужна. Вы сами себе проклятие. Разрешить себе любить. Спас он тебя не тогда, когда из воды вытащил, а когда полюбил. Чтобы, наконец... найти свою силу. Новость-то слышали? Роза вернулась. Роза это кто? Это моя жена. «Ведьма» с 28 июня в 19:00 на «Домашнем».